9 мая на территории города состоятся праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. Построение колонны бессмертного полка будет осуществляться с 9 часов утра до 9:20 от Большого к Малому городскому кольцу. Схема построения колонны утверждена постановлением главы муниципального образования. Далее в 10 часов в Кургане Станислава состоится митинг. И в течение дня на площадке города будет проходить концертная программа. В городе продолжаются работы по ремонту территорий. Так, в первом микрорайоне рядом с домом номер 9 запланировано выложить брусчатку. Уборка последствий после проведенных технических работ возле 4-й школы состоится в ближайшее время. А вот инициативные десногорцы, которые стремятся облагородить свой город посадкой деревьев, вызывают у управляющих организаций опасения. Деревья появляются в местах, где проложены теплосети, что становится небезопасным для жизни и здоровья горожан. Поэтому рекомендуется согласовывать насаждение с управляющей компанией. В целом обстановка в городе благоприятная. Муниципальные системы оповещения проверены и находятся в рабочем режиме. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.